Всем привет! Всем привет! С вами Миха, мы на канале Похудеть бесплатно. Сразу, пока не прошли красивые цветочки, вам мои дорогие, любимые подписчики, посмотрите, какие они свеженькие, мокренькие, дожди заливают Одессу в этом году, у нас очень много дождя. Вам, мои дорогие, за то, что вы мне пишите комментарии, лайки ставите. И вообще, за то, что вы меня поддерживаете в любые ситуации. Когда мне не только хорошо, но когда мне и плохо. Те, которые привыкли пользоваться, знаете, как энергетические вампиры, когда мне хорошо, все нормально, меня поддерживают. А как чуть у меня какие-то выбрыки, знаете, стрессы, они сразу разбегаются все и пишут, вот ты сам виноват, вот ты это, вот ты то. Ну, ищут во мне крайности. Но это их личное дело. Я говорю, я не переживаю, я за миллионами подписчиков не гонюсь за теми, которые вообще там не участвуют в жизни. Вот они есть, понимаете, а в жизни канала они не участвуют. Это не подписчики, на самом деле, это просто, ну, я не знаю, какой-то балласт, потому что вот те, которые подписчики, пишут комментарии, общаются. У нас уже там коллектив своего рода такой собрался. Не обязательно вы должны быть худой там или стройной, никаких требований. Просто вот вы хотите похудеть, вы общаетесь. И девочки многие общаются уже вне того, что там они у меня на канале подписаны или у кого-то. Они уже с собой, ну, нашли общий язык и дружат, переписываются даже отдельно. Смотрите, ребятки, иду я в магазин, не знаю зачем, вот дождь идет, я решил подальше в магазинчик пойти позже. Я обожаю гулять в дождь, ну просто, знаете, это у меня, наверное, хобби. Народу нет, воздух чистый, шикарный, все на машинах, правда, мешают, шумят. Ну сейчас туда сверну, там потише улицы, поменьше, будет лучше совсем. Знаете такую поговорку, увидеть Париж и умереть. Но вот я вам скажу, у меня, наверное, теперь новая поговорка есть. Увидеть Эверест и умереть. Ребят, это что-то с чем-то. Вы знаете мою любовь к горам. Я такой себе подумал, а может пойти в какую-нибудь гору там высокую. Ну и, естественно, начал смотреть про фильмы про горы. Ребята, Эверест, кто не знает, это самая высокая гора у нас в мире. И покорили ее только в середине прошлого века. И то, это была такая экспедиция масштабная. 400 человек шерпов. Шерпы – это местные жители. Получается, они более адаптированы к условиям жизни в горах. Они низкие ростом, у них больше объем легких. Немножко больше сердца и больше кровеносных сосудов. Ну, их проверяли, почему им нормально в горах. Они живут, у них деревни на 3-4 тысячи выше уровня моря, понимаете? А людям уже плохо на этой высоте. А они немного отличаются строением. Ну, это генетически выработалось, адаптировались они к условиям проживания. Они с детства рождаются там и живут, поэтому у них немножко другие органы даже выработать. И вот 400 вот таких, они выполняют функции носильщиков, подстраховщиков, гидов и так далее, потому что, ну, им легко это. А остальные обычные люди, такие как мы, европейского плана, американского, мы тяжело переносим кислородное голодание. Дело в том, что после 8000 в воздухе кислорода в 3 раза меньше, чем, ну, в таком обычном воздухе. И как вот я сколько смотрел фильмов, несколько уже посмотрел, один хорошо сказал, если вы хотите почувствовать дома Эверест или еще какую-нибудь 8000-ную гору, возьмите, приложите к лицу подушку и пройдите с ней 2 километра. И вы будете на каждый шаг, который делает вот этот альпинист при высоте 8000, если он без кислородной маски специально, он на каждый шаг делает 15 вдохов. Вот так это выглядит.
раз, вы понимаете? И вот так вот они шагают, вот эти, это капец. Ребята, короче, в прошлом веке, в середине, только первые два человека взошли, взобрались на этот Эверест. Потом было больше, конечно, людей, некоторые уже смогли и без масок добираться. Ну, блин, самое у меня... Ой, кто-то звонит. Как я люблю, когда мне мешают съемку вести, по телефону звонят. Ну, и по делам, правда, было, но им не повезло. Я шагаю в другую сторону, так что придется им немножко потерпеть. Через час, сказал я им. Так, ребят, смотрите. Вот, прохожу мимо школы, Максим здесь учится. У меня, я даже знаю, в каком кабинете, вот там сидит сейчас на уроке. Ну, в окно он вряд ли меня увидит, потому что, ну, высоко. О, буду в позе, обязательно куплю ему его любимые роллини с яблочком и передам маме его. О, заулыбался, да, про Максимку заговорил. Так, смотрите, короче, и вот потом, вот со временем, сейчас покорение Эвереста превратилось в огроменный бизнес. Правительство страны берет вот за официальное посещение Эвереста, только вот за разрешение на покорение Эвереста, посещение, $10,000. Так что мне не светит умереть на Эвересте, потому что всего экскурсия на Эверест $65,000. И не факт, что вы туда дойдете. Вообще деньги никто не возвращает, естественно. Все, деньги заплачены. Вы прибываете там, в базовый лагерь на 3000 метров. Там, где живут обычные шерпы, вот эти люди, которые вообще не напрягаются. Вы там оклюнулись. Короче, 1.5-2 месяца занимает вот эта экскурсия. Потому что подняться, вот так взять и прилететь на вертолете на 3000 и подняться за 2 дня, у вас просто из непривычки полопаются уши, сердце остановится, кровоизлияние в мозг будет, все что угодно от резкого перепада. Поэтому это занимает около 1.5 месяцев, поэтому это все так дорого. Снаряжение, все там, ну, куча, это же проживание, везде впереди вас идут шерпы, вот эти люди, которые там живут. И ставят везде лагеря, палатки, чтобы вы могли вот почистить. Получается, как это выглядит? Вот вы на 3000, вы раз поднялись на 4500, побыли на высоте и спускаетесь обратно там на 4000. На 4000 лагерь, вы опять там живете, потом опять поднялись на 5-6 тысяч и возвращаетесь на 5. И вот так вот туда-сюда, потому что иначе по-другому вы человек не привыкший, не адаптированный к этим условиям, просто не выживете там. И смотрите, в чем проблема. Я говорю, он такой жестокий туризм на самом деле получился. Вот вы платите бешеные деньги, и вы начинаете вот это вас туда-сюда гоняют по этим горам целыми месяцами, тренируют вас для подъема к этому. И если на какой-то высоте, там 5 или 6 тысяч, у вас начинается горная болезнь, считайте, что все, пропало. Вас должны срочно спустить. Горная болезнь, это, короче, там идут осложнения, отек мозга, отеки легких, ну все. Человек начинает бредить, мозг туманится, он не понимает, что происходит. Ну все, это уже видит, что... Это уже не ходок, его надо срочно эвакуировать, спускают вниз, задействуют иногда вертолеты в срочных экстренных. Ну, короче, капец, вот заплатил 65 тысяч, приехал, поймал через полмесяца горную болезнь и уехал домой. Тебе, естественно, деньги никто не возвращает, потому что это твои проблемы, что ты заболел, что ты слабенький оказался, что здоровье у тебя дальше круче. Те, кто выдерживает вот эти... Первый месяц стартовый, они поднимаются выше, доходят там до 6000 метров. И там дальше начинается вообще жесть. Во-первых, когда вы туда, ну,
подписываете всякие документы, там везде указано, что вы поднимаетесь на свой страх, и ответственность вся ложится на вас, если вы там погибнете, государство не отвечает за вас, вы заплатили им 10 тысяч за разрешение подняться на гору, остальное вы все платите своим гидам, вот этим помощникам, шерпам за проживание в лагерях, дальше их это не интересует по сути. Короче, сейчас около 300 человек, я точно не скажу сумму, ну 300 только официально умерших. И знаете, в чем прикол, в чем страх? Что после 7 тысяч, когда начинают подниматься на вот эти, там вершина 8700 с чем-то, по-моему, ну 8800, представьте. Есть там зона смерти называется, зона, точка невозврата. Это когда люди поднимаются туда и вот это шагают, вот каждый шаг дается с неимоверным трудом. И естественно они идут самым облегченным, но самым качественным оборудованием туда. Но там, если один шаг вправо, влево, ты срываешься в пропасть. Если ты сел и не будешь дальше идти, все, не можешь, у тебя отмерзли руки, ноги, отказали легкие или это, вы вот это уже после 8 тысяч, вы сидите и все перестегиваются мимо вас, капец, такая жесть на самом деле, я вот такой слушал, я в шоке, и проходит мимо, и никто вас не спасает, потому что там себя спасти невозможно, а про то, чтобы спасать других людей, речи не идется, и вы просто замерзаете. И вот знаете, там вот съемки показывали, там же многие операторы снимают, трупы прям так и лежат на Эвересте, понимаете, их не спускают, потому что для этого надо задействовать целую операцию из 20 человек, им заплатить деньги, чтобы спускать этот труп. Поэтому они прямо вот такие замороженные в снегу там лежат, кто вот этот. Самое мне понравилось, что вот группа вот, идет там два гида, например, 10 человек. И если вот вы один раз упали, они ничего не... Они сообщат там на землю, что вниз, что стало плохо, но за вами туда никто не придет на 8 тысяч. И вот вся группа, понимаете, они не могут рисковать другими 9 человеками. И они проходят все мимо. Говорят тебе удачи, вставай, пошли, давай, не сдавайся, но никто тебя ни тащить не будет, ни толкать перед собой, ни за собой волочить. Просто вы тупо умираете там и все, и все фиксируют смерть и говорят, умер Восток, это все проходящие мимо. Это жестоко, это страшно. Знаете, перехотелось умирать на Эвересте за ним. Но, как я смотрел выступления, ну, многих альпинистов и так далее, там идет отек в мозг, и там называется сладкая смерть. Вы просто сидите в снегу, и тупо вам какие-то галлюцинации идут, у вас теплеет, некоторые там начинают раздеваться, получают, ну, вы умираете очень мягко, не мучительно, вроде вот последний момент, и называется она вот такая сладкая смерть. Потому что вы не понимаете, что происходит. Хорошо. Вас, знаете, в галлюцинации умирать. Прикольная, конечно, смерть. Но что-то вот перехотелось, когда все мимо идут, а ты сидишь, умираешь, блин. И не можешь ни слова сказать, потому что просто они, смотрите, уже после 7 тысяч практически никто не кушает, пропадает аппетит. И вот тут тело начинает после 7-8 тысяч просто умирать. Каждые вот это полчаса, час отмирают клетки, организм, потому что вы кушать уже не можете где-то после 7 тысяч, только водичку пить. Вы худеете на 10-15 килограмм за вот этот последний день подъема, но оказывается, на самом деле, не самое главное подняться на Эверест и сфоткаться, а самое страшное спуститься. Прикол в чем? Вот сейчас это туристическая мекка любителей альпинизма, но не только. Оно стало меккой богатых людей,
которые имеют вот эти 65 тысяч и больше, потому что несколько раз бывает, приходится, первый год не получилось, не запустила вершину. Там 3-4 дня, вот буквально одна неделя, когда можно на нее подняться, остальное время года невозможно. Там бешеные ветра, минус 40 температура, ну такая полная жесть, понимаете? Поэтому вот эти богатые берут, платят бабки и идут. И вот эти группы, вот за вот эти 4-5 дней проходит там чуть ли не 1000 человек. И вот представьте, когда вот этот выпадает день, все выходят и начинают ломиться на эту гору. Там, например, 3 группы, 4, по 10-15 человек. Вот представьте, 100 человек начинает идти. Вдруг кому-то из вас, вы старенький, богатый миллионер, становится плохо, начинают все, группа задерживаться, все вот эти 100 человек на год. А там вот, ну нельзя стоять, там стоишь, все, ты умираешь, блин, надо движение. И начинают его перестегивать, переступать. Дальше лучше. Те поднялись, самые вот из 100 человек, первые на гору, а там буквально вот на сам пик вот этот, вот последние вот эти 300-400 метров, там очень неудобный подъем. Там одна тропа, чуть влево, чуть вправо, вы падаете в пропасть. И получается, те побыли там минут 5, понимаете, заплатить 65 тысяч, чтобы побыть 5 минут, позадыхаться там, глаза из орбит вылазят, и потом вернуться. И вот самый прикол, те уже пришли, побыли на горе и начинают спускаться обратно, а вы еще идете, а тропиночка одна, и лезут друг через друга, через голову. Это какой-то капец. Это, ну, вот такой ужас. Вот я говорю, я сначала посмотрел первый фильм, как покоряли Эверест. Мне понравилось, классно, горы, красота. Такая жесть, какие-то мужчины. Какая-то, знаете, все там было рассказано про группу вот эту, которая приехала, тоже подготовилась. И вот их 10 человек их было. И пошли первые два, а те, которые в конце концов стали победителями Эвереста, покорителем, они их не пустили в первую группу, они расстроились. А та группа не дошла, и они следом выходят. И вот они уже дошли, понимаете? Там такая групповая борьба была. Все это настроить эти канаты, навязать этих крюков везде побывать. А сейчас это, я не знаю, какой-то... Убийство народу, блин, за бабки. Вот знаете, вот испохабят все, там уже никакой романтики. И я говорю вам, ребята, это, конечно, интересно, это все красиво, но оно превратилось в какой-то ужас. Знаете, я вот это сравниваю вот с нашим похудением. Есть такие люди, которые 3, 4, 5 раз был на Эверест. Так вот и в нашем похудении, понимаете? Я вот похудел, вот я побывал на том пике, на пике, вот на самой макушечке побывал, но стоять там невозможно. Вот ты устоял, вот если я сейчас забью на свое похудение, сорвусь, начну пить, кушать неправильно, то естественно, ребят, извините, горло пересох, то естественно я начну набирать вес обратно. Это получается как спуск из горы. И поэтому мне надо, вот я чуть-чуть спустился, расслабился, а потом беру, опять начинаю, видите, я так заболтался сегодня, что иду назад, потому что уже магазин почти пришел, но еще не закончил речь. И я вот так буду теперь пожизненно на этот Эверест подниматься и спускаться, подниматься и спускаться. Я бы мог сам, как знаете, там есть звезды Эвереста, которые сами там водят туда-обратно. Ну, толком ни о ком не заботятся, им по барабану. Они покоряют другие восьмитысячники, их много у нас, 14, по-моему, в мире восьмитысячных. Ну, Эверест самая высокая, но не самая опасная. Есть горы, которые ниже вышиной, но такие лавиноопасные, что на них 30% выживаемости. То бишь, пошло 10 человек, 3 из них погибло. Вот вы представляете, хотя они ниже, но очень лавиноопасные. Смотрите, я вот говорю, вот я хожу на эту гору туда-обратно, и буду ходить по жизни. И я, в отличие от других, вот не тех, как на Эверест, я как бы пытаюсь вот вам донести, рассказать, что это возможно, понимаете? Вот я как бы рассказываю, что этот Эверест можно
покорить, и я рассказываю, как его покорить. Не так, что я говорю, заплатите деньги, как вот эти, и я вас туда отведу. Но после того, как он вас отвел туда, не факт, что вы оттуда вернетесь живым и здоровым, понимаете? Ему по барабану, ему заплатили деньги, но не только вы, а еще 10 человек. Вот так же с похудением. Она взяла деньги за ваше похудение, с вами еще 100 человек пришло, из них там все похудели, там 80%. Отличный результат. Она засняла, зафиксировала. А что потом из вас кто-то потеряет легкие, потеряет печень, потеряет желчные, ей по барабану. Она засняла результат, сказала, вот, смотрите, у меня 85% худеющих. А что дальше с ними будет, неизвестно. Поэтому еще раз говорю, прежде чем начать с кем-то худеть, узнайте, посмотрите, похудел ли он сам человек, был ли он когда-то толстый, или он рассказывает сказки. Как он поступил с другими своими клиентами. Он как клиники вот эти довели, а потом дали пендаль под зад. Иди как хочешь, так и дальше живи инвалидом, понимаете? Ребят, очень внимательно, но еще раз вам говорю, если вы сильно хотите, очень сильно хотеть надо, можно похудеть бесплатно. Я вам это показываю без всяких туристических групп, без всяких платных инструментов, без всяких платных. Я вам показал, как подняться на эту гору, просто вот так одеть куртку, рюкзак, штаны, ну, все доступное, понимаете, без всякого суперснаряжения. Сразу предупреждаю, это нелегко, надо будет попотеть, надо будет постараться. Ну, выбор за вами, хотите, оставляйтесь со мной, хотите, рискните в какие-то клиники, потому что это, конечно, ужас какой-то, куча денег заплатено, результата никакого, наоборот, одни проблемы. Вот сколько я слышал, и они кричат, зато мы профессионалы. Какие профессионалы? Вот те тоже профессионалы на горе вытаскивают людей и бросают их там умирать. Не пофиг, деньги они назад не возвращают. Вот вам бумага, что вы подписали. И там некоторые родственники умоляют, готовы еще денег заплатить, чтобы потом труп их, там, папы, брата вернули обратно на землю. Ну, это, конечно, это просто уже бизнес. Это уже никуда не лезет, ни в какие рамки. Спрашивается, за что 10 тысяч долларов за разрешение посетить Эверест? Это вообще на каком основании? Это что, ихняя гора личная? Ну, ладно, об этом не будем спорить. Короче, мне не светит Эверест, потому что я привык ходить сам, бесплатно. Буду ходить на Живахову гору. Люблю вас, мои дорогие. Спасибо, что подписаны на меня. Ставите лайки, пишите комментарии. Пишите комментарии, что вы об этом думаете. Еще вам расскажу немножко пару интересных историй. Если вам нравится такой формат, то я буду рассказывать. Если напишите, что это, вот это бла-бла-бла, еще какой-то. Просто каждый видит то, что ему надо видеть. Люблю вас, мои дорогие. Всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.